от одного до пяти. Загадайте число от одного до пяти. Фокус, здесь ничего нет. От одного до пяти загадайте. Ты еще лежишь в кровати? Ну и правильно делаешь. Да-да-да, китайские фразы уже хватит. Давай снимать русские фразы. И когда вы поете по-русски, камер чуть ближе, и рот очень видно. Надоело дома сидеть, матуре, можно просто опупить, вау. Надоело дома сидеть, камон, можно просто опупить. Припев, апу, апу, опупить, апу, апу, опупить, апу, апу, опупить. Сколько можно дома сидеть? Очень красиво. Да, вместе веселее. Все, может рыбку купить? Рыбку купить? Ага. Ты моя рыба. В каком возрасте вы заметили, что у вас такой необычный и сильный голос? Отвечая на этот вопрос, как только я родился, как только мне пупок обрезали, я сразу стал петь песни. Причем сразу оперу номер два. Да, опера номер два. Главное, малыш, в этой жизни... Кактусы не упасть, я тебя понимаю. У вас спасибо, не сюда. Не, вот сюда. О, вот спасибо. Спасибо большое. Так, и що я вам имею сказать, щоб вам повилазила моя вивільдеперса? Так, і того у нас тут блини з... Блин з карамелізованим яблуком. О! 33 корабля карамелізировали, да не выкамарили. Бомба взорвалась, там пища такая.
Я тут анекдот вспомнил. Сажусь я как-то в такси, а мне таксист говорит: молодой человек, вы меня, конечно, извините за неприятный запах в машине. Я дезинфекцию салона сделал. А я ему говорю: братан, слышь, да ты сильно не запаривайся, не переживай. Я уже третий день запахов не чувствую. Вот так вот нужно спортом заниматься. Ой, здесь не видно. Финита ля комедия.